подмени. Палатку надо подменить. Итак, пауза была длинная, давай. Так, итак, Максим. Две попытки ему хватило, чтобы это сделать, да? 14 место, Самошкин Дмитрий. 13 место, Шепетюк Максим. 12 место, Бобров Евгений. 82. 11 место, Бусин Александр. Поздравляем, Александр. 82 балла. 57 сотых. Как плотников, да? Как плотников. Как есть. А такой был так, чёрт, это у нас было 11, да? 10 место. Радченко Кирилл. 84,33. 9 место. Нагула Дмитрий. 84,67. Так, 8 место. Бородавка Валентин у нас. 87,33. Седьмое место. Лазеба Евгений. 87,33. Те же баллы, что у Бородавка. Но я так понимаю, ты занял их раньше, поэтому ты выше. Шестое место. Шиков Никита. 87,67. Пятое место. Мазин Андрей. 89,33. Четвертое место. Искарев Андрей. 91. Ровно. Третье место. Шатило Максим. 95,67 баллов. Второе место. Курлович Руслан. 96 баллов. Ну и на первом месте у нас быстрый Сак Сергей. 97 баллов. Ой, вы еще не посчитали, кто с кем ездит? Давай. Поздравляем всех, кто прошел топ-16. Реально очень плотные результаты.